Тематические уроки ко дню Конституции провели росгвардейцы Дагестана. Один из них прошел в профильном классе, расположенном на базе Республиканского центра образования. Росгвардейцы рассказали ребятам об основах конституционного строя, правах, свободах и обязанностях российских граждан, а также об основных государственных символах – флаге, гербе и гимне. Кроме того, учащимся продемонстрировали видеоролик об основных положениях Конституции России, после чего представитель ведомства ответил на вопросы ребят. Аналогичные мероприятия прошли еще в 13 росгвардейских классах, расположенных на базе учебных заведений во всех городах Дагестана и в Левашинском районе.